Привет, это Реборн. У Брайана вышел новый ролик, называется «Самые странные АСМР». Но у меня возникает один вопрос. Почему вообще он смотрит АСМР? Ну, я никого типа не осуждаю, просто я вообще не понимаю этого жанра, если честно. Там кто-то что-то, какие-то звуки издает, либо что-то жует, либо какая-нибудь на стриме девушка облизывает микрофон, такой... и так далее. Как это, короче, фигня происходит непонятная, поэтому, не знаю, как-то не мой контент. Но давайте посмотрим, что же там откопал странного Брайан. Я много разного представляю, ну, типа, натыкался. Но, может быть, эти ролики, которые Брайан нам покажет, меня удивят вдвойне. Короче, погнали посмотрим, уверен, будет офигенно, как и обычно. Алло. Алло. Здорово. Слышно меня? Нет, не слышно. Я с тобой не по телефону разговариваю. Привет. Думаю, привет. Вы наверняка слышали и знаете, что такое АСМР. Конечно, а знаем. Если нет, то... По-моему, правда, это уже как бы давно не в моде. В моде это было года 3 назад. Сейчас просто... Ну, короче, на потоке, так сказать, идет и все. Больше, ну, не хайпит. В этом видео я подробно расскажу вам все про Да-да-да-да-да. Какие загадки скрывает этот формат. И ой, жесть. Многое другое. Я отправил... Зачем ты стукаешь по бургеру? Ешь его, ешь! Это еда, ее надо есть, ее не надо стукать, она тебе не скажет это спасибо, ешь ее. Я отправился в Корею, чтобы рассказать вам странные случаи гипноза, интервью с экспертами, экстрасенсами и многое другое. И потом сейчас так скажет, нет, конечно, никуда не поехал, вы чё? Шучу, конечно, мне что делать нехера. Вот и я о том же. Сейчас бы время тратить на какую-то хуйню. Я просто посмотрю странные подборки АСМР в этом видео и... Давай. А, это просто странные подборки. Это, оказывается, не он искал, просто выбирал вот из миллиарда роликов и самые странные. Не, ну, оказывается, подборку, которую какую-то нашел. О! Ха! Это реакция на реакцию. Прикольно. 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 Это ведь то, зачем мы сюда на самом деле пришли. В общем, на самом деле, так. Я не помню, что я искал, но мне в поиске на YouTube случайно выпал плейлист, который назывался что-то типа Weirdest ASMR, like, you know, fuck. Это не похоже на ASMR, блин. Это должно, по идее, расслаблять как-то, да, если я не ошибаюсь. А эта фигня, вот, мужик на меня смотрит, и мне хочется забиться в угол и не выходить оттуда очень долго. И глядя на название и картинки к этим видео, мне стало интересно, что это за херня? Мне стало интересно посмотреть, насколько далеко могут зайти. Ну да, короче говоря, я был прав, это реакция на реакцию. И нет, я так ролики назову. Реакция на реакцию! АСМРисты. АСМРисты? АСМР... Классный трек. Мне уже страшно. Мото-мото, АСМР. Я не знаю, что подразумевает под собой... Мото-мото АСМР. Давайте посмотрим. Давай. Пожалуйста, наденьте. Ой, жесть. Я... я смотрю реакцию на реакцию. Что такое вообще происходит? Я не знал, что это реакция. Наушники для лучшего эффекта. Я в наушниках. Ладно. Мото-мото. Какая милая музыка. Что-нибудь сейчас сделаешь? So, you want some moto-moto? это все-таки фраза из Мадагаскара, что ли, оно? Что это значит? You want your moto-moto? Что это значит? You need your moto-moto fix. Что это значит? Что значит мото-мото? Зачем ты одеваешь перчатки? Не трогай мою задницу. Что за перчатки? Это отвратительно. За что? Я бы ни за никогда в жизни не смотрел эту штуку, если бы Брайан ее нам не показывал. Ха-ха! Че только не смотришь, да, вместе с Брайаном? Что ты хочешь сделать? Он мне напоминает Умпа-Лумпа из... Да, похоже. И это нехорошо. Я не хочу портить свои впечатления о этом прекрасном фильме. Ладно, наверняка... Уйди от меня со своими синими перчатками, извращенец! Я просто драматизирую... Наверняка просто драматизирую. Это просто видео с приятными звуками. Ничего здесь странного не будет. Да ведь? Я бы не сказал, что это приятно, отвратительно. Yeah.
вырву твою душу. Нет, чувак, не буду к тебе подходить, уйди, да, на расстоянии, ковид, ковид-дистанция 1.5 метра, нет, не подходи, фу, не надо. Я и так довольно-таки близко к тебе. Ну ладно, давай. Ты что там делаешь, извращенец, фу, я побегу отсюда. Это очень страшно, это слишком близкий контакт. Какая мерзость, я что-то, блин, меня противно. Почему есть такое качество хорошее? Это что, 4К? До чего техника дошла? АСМР уже на 4К снимает. Да не нужно этого мотомота! Это очень странно! Это мега странно, что это вообще за фигня? Особенно, когда ты смотришь ему прямо в глаза, я... Не знаю, что такое мото-мото, и даже тигра пришел. Ты хочешь узнать, что такое мото-мото? У него, кстати, было недавно настоящее мото-мото. Он не ходил в туалет 3 дня подряд, и... Ну, точнее, он пытался, но у него не получалось. Видимо, у него был запор. И мне пришлось вызывать ветеринаров, и ему сделали клизму. А я думал, мото-мото. А что? Вы не были свидетелями, как это происходило, потому... Нет, сейчас будете, да, наверное, он заснял это. Вы знаете, какой тигра-кот... И вы так. Знаете, какая это неприятная операция. Ну, это не операция, ну да. Конечно, это неприятно. Господи, моя психика была сломана, серьезно. Зачем ты на это смотрел? Вышел бы из комнаты и все. Видимо, сейчас я хочу ее себе доломать. Походу, да. Читай описание к видео. Бля! Да я так и подумал, что Мадагаскар там было даже написано. Лучше бы я не заглядывал в описание. У меня промелькнула такая мысль, но, в общем... Здесь написано. Мото-мото это персонаж из мультфильма «Мадагаскар 2». Mm-hmm. Помните Да-да-да. «Мадагаскар помню. 2»? А mm-hmm. помните «Мото-мото»? Я помню «Мото-мото». И вот, это типа хуманизация его. Господи, еще и СМР! О мой бог! Ладно, нас... О мой, Крис! На самом деле, оно идет 30 минут. 30 да. минут. А сколько просмотров, я не знаю. На самом деле, мне очень редко, но нравится смотреть СМР. Вообще никогда не смотрю СМР, серьезно, я не понимаю в этом ничего, блин, так, что в этом такого, я не понимаю, нафиг вообще это смотреть надо? Я понимаю, в чем прикол. Нет, не понимаю, я просто даже врать не буду, я не понимаю. Еще в глубоком детстве, хотел сказать, странно звучит. Ну, в общем, в детстве у меня иногда бывали такие моменты, когда вот, не знаю, например, кто-то либо чистил картошку, либо кто-то пилочкой от ногтей... Пилил себе, но для... Вот это у меня вообще прям мурашки по коже, мне это не нравится. Это как будто бы по стеклу так... Такой же звук противный. Ногтей, пилил себе ногти. Иногда бывали такие моменты. Максимум какое АСМР я могу послушать, это какой-нибудь звук дождя, звук природы. Вот это да, это успокаивает. Когда кто-то делал вот такую, я не знаю, как описать, какие-то такие действия, триггерные, видимо, для меня, у меня шли мурашки, то есть я прям кайфовал. А я вообще терпеть не могу такой звук. Не знаю, мне почему-то это нравилось. И когда я узнал про АСМР, я понял, что АСМР основан как раз-таки на вот этих вот мурашках, которые... Ну, конечно, основан. Только здесь какие-то откуда мурашки? Что он там делает-то за кадром? Я не хочу даже представлять что себе. Что должен получать, когда другой человек делает какие-то определенные вещи. Так, АСМР, чтобы помочь тебе уснуть. Я бью тебя, пока ты... Не помню, что означает это слово, сейчас посмотрим. А, я бью тебя, пока ты не потеряешь сознание. Осуждаю. Прикольно. Давайте посмотрим. Это что, швабра? Да. А, я начинаю чувствовать эту боль. Что? Ой, он еще и жопой прыгнул на него. Фу. Вот это забавно, котиком. Это какая-то дичь. Зачем он прыгает по телефону? Кошка, морковь, да. Банан. О мой бог, он. Он просто бьет телефон или там в камеру, не его знает, она же разобиться такой может. Такой изобретательный. Гладильная доска. Ладно, я понял. Твою мать! АСМР, серийный убийца и его жертва. Так. Ролевая игра. Вот тебе ролевая игра. На самом деле... Там 4 миллиона просмотров. Это можно даже... В этом жанре можно показать себе, например, свои навыки актерского мастерства.
актерское мастерство делает вот так вот. Есть какие-то творческие отголоски во всем этом? Какие? Today's your lucky day. We have a very selection of tools that we're gonna. Он реально выглядит, как вы поняли, кто. Это же открывашка для вина. I like to use this to cut my favorite type of potatoes, russet potatoes. Мне тоже нравится эта картошка. King of potatoes, I have a little unorthodox potato cleaner with a serrated edge. I've always wondered what it would be like to just kind of peel off somebody's potato cleaner with a serrated edge. Мы будем чистить картошку? I've always wondered what it would be like to just kind of peel off somebody's skin. Не надо. Свою давай, чел. Твою мать. Standard Russian. Сьюзан, не смотри, закрой глаза. Ага. Ладно, weird, но не самый странный СМР, который я видел. Смотрите. По-моему, это один из самых странных. В рекомендациях медицинский осмотр. Глазной доктор, дантист, аллерголог. Зачем вообще ходить к врачу, когда можно просто посмотреть СМР? Да, действительно, посмотришь СМР, у тебя сразу глаза вылечатся, зубы и все остальное, да? Кому, кстати, доставляет удовольствие ходить к дантисту? Вы нормальные, по-моему, нет. Ладно, смотреть мы это не будем. Ладно, почему? Надо было посмотреть. Вот, что я хочу посмотреть. Я наткнулся. Я не знаю, что я ищу, почему у меня эти видео в рекомендациях, но, в общем, я наткнулся на один интересный СМР. Так. Boyfriend roleplay. О, господи, вы только посмотрите на это! АСМР завидующий парень. Ролевая игра. Это типа как куколт? Окей, давайте посмотрим. Hey. Oh, sorry. Привет, там мои родители спят. You look really pretty. Спасибо. Блин, лучше бы девушку включил, что ли? Я не хочу, чтобы меня обгладили, не надо! Спасибо, ты тоже чувак. Блять, чувак, ты меня что, слышишь? Нет, это какой-то странный бойфренд. У тебя были другие, я, да? Я сейчас найду именно то видео, на которое натыкался. Давай. Вот это, кажется, оно... Это слишком близко. Я просто хотела спросить, как дела. Ты в расфокусе, у тебя рожа мыльная. А, да, я забыл предупредить, это не просто ASMR Boyfriend Royal Play, а это еще Boyfriend Cares For You While You Sick. Ну, типа, ты заболела, и твой парень помогает тебе, лечит тебя. Да, и он вот так вот говорит с ней, зачем? Непонятно. А чего нормально говорить нельзя? Я типа не понимаю, какой в этом прикол. Он ухаживает за тобой. Ухаживает? Я не слышу, говори погромче, пожалуйста, дорогой, ты где? Ты... А, слишком близко, ну пожалуйста, все равно погромче, я не слышу. Нет, я сдавал анализы, это не аллергия. Слушай, ты хочешь фан вставить его? Ой, какая мерзость, чувак. Есть подмышка, давай под нее лучше. Это очень странно, да? Какой кринж. Я понимаю, что, возможно... Да нифига ты не понимаешь так же, как и я, 100%, не оправдывайся. Для кого-то это прикольно. В принципе, каждый... Да вообще, по идее, весь контент для кого-то будет прикольным. То, чего ему не хватает, да? АСМР огромное. Мне явно... Мне не хватает, чтобы у меня бойфренд... за меня беспокоился. Да и вообще, он нафиг зачем мне нужен? Количество. Можно найти, я не знаю, АСМР жру, или там, АСМР сру. Ну нет, такое вряд ли. А сейчас поищи, вдруг есть. Сьюзан не пропустит. Я к тому, что вы найдете свой жанр. Не переживайте. Шрек делает АСМР. Бойфренд ролплей! Вот такого, такого бойфренда я не откажусь. Я больше никогда не смогу смотреть на Мадагаскар, Чарли Шоколадную фабрику. Видимо, Шрек теперь тоже входит в этот список. Походу. Это очень странно. Да. Это даже не странно, это еще и фраза из мультика. Фу. Чё ты там целуешь? Эти звуки я не могу, это можно для пыток использовать. Какая мерзость! Я всегда подозревал, что между ними что-то есть, но не хотел я это видеть.
Мне кажется, меня за это забанят. И в этот момент ко мне тигр еще и пришел. Я... Типа, погладь меня. У меня вдвойне реализм сейчас. АСМР еще и я тоже глажу. Это очень странно. Я не думал, что это будет все настолько странно, но мне почему-то даже интересно. Ты жесть. Наверное, потому что я странный. Да, скорее всего, так оно и есть. Такие вещи, как шепчущий банан и расслабься с сатаной. Нет, я вот банан бы посмотрел. Мэр, мы будем пропускать 57 минут. By the way. Расслабление так расслабление. Есть еще другой жанр странных АСМР. Я часто натыкался на эти видео с клавиатурами. Вот оно и одно из них. Слушай, нафига ты жрешь клавиатуру? Я типа понимаю, когда ты печатаешь на клавиатуре, это приятно. У меня вот тоже новая клава, это очень приятно, когда она не печатаешь. Я вам ее чуть попозже покажу в отдельном ролике, увидите. Такой маленький спойлер про один из видосов будущего. СМР съедобная клавиатура. Что? Она жрет клавиатуру. Ну, видимо, это Тор. Это так странно выглядит. Это мало того, что странно выглядит, это еще и мерзко звучит, она просто чавкает. Бесит, когда чавкает. Мозг сейчас сломается просто. Я знаю, как можно было бы улучшить этот АСМР, если бы... Блин, господи, подальше встань. Да неужели? Если бы она попросила сделать заправку торта, то есть сделать начинку торта, какой-нибудь малиновое клубничное варенье, и было Почему? Бы... Такое, что она откусывала бы клавиатуру, и все это красным текло по ее рту, и такое ощущение было, что... Так это уже не АСМР же. Живую клавиатуру ест, и у нее разрывается пасть от этих острых деталей. Чего? Живая клавиатура? Звоните, узнаете куда. Ну, в общем, креативненько. Гарри Поттер, видимо, теперь тоже пополняет список фильмов, походу, которые я больше никогда не смогу смотреть в своей жизни. Самый первый АСМР Волан-де-Морта. Давай, надеюсь, посмотрим. Он будет делать какие-нибудь крутые штуки своей палочкой, и, может быть... Это уже явно не тот сайт. Какие-нибудь заклинания, только не Адама Кедавра, пожалуйста. Hello. It is I. He who shall not be named. It's Voldemort. Привет, Волан-де-Морт! А я как раз в очках, и мне многие писали, что я похож на Гарри Поттера. Нет, не похож. Чё-то я не понимаю, что... Вообще, по идее, типа, АСМР должен расслаблять тебя. Но это говорит Волан-де-Мор, человек, которого имя нельзя называть. Типа, я... Мне страшно. Позовите, мам. Говорит, включу-ка я субтитры. Испанские. Спасибо, YouTube. Что он делает? Слизерин? Какая дичь! Не-не-не, Гриффиндор. Как это мило, Волан-де-Морт в конце просит подписаться на его канал. Не надо! Совсем охренел, да, расслабились, а теперь того. Че он вообще за обрубок какой-то держит в руке? Дядь, ты че? Нет! Ой, рекомендации интересны. Ой, опять этот мужик. И теперь, видимо, будут преследовать меня в ближайшие недели. Не знаю почему, но мне нравится формат СМР, хоть я его очень редко смотрю, но и всерьез я его не воспринимаю. Я, конечно, лайк поставлю, но как это может нравиться? Я не понимаю. Объясните, пожалуйста, старперу, что в этом крутого. Пожалуйста. Креатив, можно проявлять себя, развивать себе актерские навыки. Не знаю, вообще. Какие навыки? Вот так делать? Насколько бы странно это ни смотрелось, это прикольно. И это очень неплохо олицетворяет интернет в целом. Да, это да, это согласен. А блогер просит подписаться на канал. Подпишись на канал. Спасибо. Алло. Какая это странная штука была. Блин. Брайан, спасибо за видос. Ну, было интересно, но
только наблюдать за Брайаном, потому что все остальное — это дикий какой-то кринж, если честно. Я сидел и никогда не понимал, что происходит. Думаю, когда это кончится? Это очень страшно и очень стрёмно в любом случае. Спасибо Брайану большое. Лайкусики я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.